Конкурс ежегодно становится центром притяжения внимания. Тысячи студентов принимают участие в поддержке своих красавиц. На кастинге участницам пришлось ответить на несколько вопросов, продемонстрировать свои таланты и рассказать о номере, который они хотят показать на финальном шоу. В дальнейшем девушек ждут занятия по актерскому и ораторскому мастерству, тренинги на раскрепощение и участие в фотосессиях. В состав жюри войдут режиссеры, постановщики дефиле и хореографы. Подробности с кастинга смотрите в завтрашнем выпуске студенческих новостей.